19 апреля в Камыши города Каспийска состоялась торжественная церемония принятия присяги ребят, которые теперь по полному праву будут носить с честью и достоинством гордое звание кадет. Отметим, что присяга является традиционным и ежегодным событием для воспитанников данного учебного учреждения. Открыла мероприятие торжественная речь депутат Народного собрания Республики Дагестан Елена Павлюченко. Конечно же, я очень рада, что у меня появилась такая возможность присутствовать вот в такой торжественный для вас день здесь и поздравить вас с таким днем. Вы знаете, клятва, присяга – это такое очень значимое в жизни событие. Я вам всем желаю, чтобы каждое слово, произнесенное вами сегодня, как клятва, осталось в вашей жизни на всю свою жизнь. Пусть каждое слово, сказанное сегодня, направляет вас в жизни. Пусть каждое сказанное вами слово помогает вам в жизни делать добрые поступки, совершать правильные поступки. Почетными гостями мероприятия также стали военный комиссар Марат Пашаев, заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов, начальник управления образования Лариса Абрамова и заместитель начальника отдела кадров службы города Каспийска подполковник Исмаил Джафаров. Они сегодня пришли поддержать ребят и сказать им напутственные слова. Сегодня очень торжественный день. И, скажем так, памятный и для молодых ребят, которые сегодня будут принимать присягу. Присяга на верность Родине, на верность кадетскому корпусу, на то, что вы будете достойно учиться и закончите с отличием наше прекрасное учебное заведение. За плечами у вас проделана большая работа, которая позволила вам сегодня достойно вступить в ряды российских кадетов. Это большая честь и большая ответственность принести клятву на долг нашей необъятной Родины. От руководства службы в городе Каспийске себя лично поздравляю с принятием торжественной клятвы. Вы совершаете первый серьезный и осознанный шаг во взрослую жизнь, принимая на себя ответственность за слова и поступки. Украсили мероприятие танцами воспитанники детской школы искусств имени Агабабова. Они зарядили всех присутствующих зажигательной лезгинкой. После состоялось и само принятие присяги. Перед лицом своих товарищей клянусь, честью и достоинством нести это звание, нежно учиться, быть честным и дисциплинированным, предоставленным обладать состав корпуса и каждый раз поражение командиром и начальником. Я клянусь, добросовестно начать учебные предметы. Отметим, что всего присягу приняли 60 воспитанников Камыши 5-х классов.